Всем здравствуйте! Ролик о жизни в деревне. Заезжал сегодня сюда днем. Летали здесь пчелы. Летало-то их, в общем, много. Сейчас не видать. Может, уже спят. Время 9 часов практически вечера. Сейчас залезу, погляжу. Может, я рано приехал забирать ловушку. Прошлый год в сентябре на этом же дереве поймал второй свой маленький раек. Здесь вот покос уже выкошены. Прошлый год где-то в конце августа уже косили. В общем, если все-таки рой попал, сниму его и не знаю, что сделать. То ли поселить его отдельно, то ли его добавить свой, объединить. Объединение семей я еще не пробовал, тоже интересно. Ну, скорее всего, попробую объединить. Не знаю, сейчас пока до дома еду, буду думать, километров 7 мне ехать. Вот, в общем, вот так. Если все-таки рой попал, то это второй рой в 2019 году в одну и ту же ловушку. Прошлый год поймал одной ловушкой два роя, и в этом году два роя одной. Кстати, может быть, она и та же самая из прошлого года. Я собирался две пчелы на ней нарисовать, как признак двух пойманных роев, и так и не нарисовал. Но на этой-то точно нарисую. Так что вот так вот сейчас буду снимать. А там видно будет. В общем, рой все-таки попался. Не знаю, по размерам. Но какой бы он ни был, решил я, в общем, подселить вот этот раек. Если они не улетели. Вот в этом-то точно там гудят их. Наверное, там пчелы полно. В этом, кстати, не знаю. Сейчас послушаю. Вроде тоже есть. Там подсолнух сейчас вовсю цветет. Платформа с пчелами уликов 10, наверное, стоит. Не знаю, когда появилась. Меня тут не было дней 5. Но я на велосипеде с другой стороны заезжаю. Это на машине я сегодня заехал. Сейчас буду пробовать способ объединения вот под такую бутылочку казахстанской водки. Не знаю год производства, но у меня она с 2008 года. Вся вот так вот исписана. Не распечатана. Или с 2007, или с 2008 года. В общем, с того времени, когда меня пытались в армию взять с проводов. Но получилось так, что в армию меня в итоге и не взяли, а бутылочка осталась, и вот она у меня до лучших времен хранилась. И думаю, чего бы сегодня и не это. Самогонки-то у меня нету, объединить их, а другого способа в интернете я не видел. Вот так вот, и думаю, подходящий случай, не хуже, чем праздновать победу над американцами, если бы мы раздолбили их. Ждать этого момента. Объединим пчел лучше. Ну, а так вот сейчас буду смотреть, что да как. В общем, всем пока. Скоро, наверное, в лес я все-таки съезжу. Съезжу, думаю. Косуля будет. Попадай. Что, устал, что ли? Не пойдешь? А? Шорох. Шорох. Ух ты. Устал. Шли ворона попроведывать. Пришли, а от него тут и следов даже нету. Утром вот я его где-то вот здесь вот привязывал. Наверное, туда куда-то упер, да? Пойдем смотреть-то.
подай. Вот, молодец. Молодец. Подай. Подай. Шорох, подай мне. А, шорох, подай. 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 Ну, подай. Шорох, шорох, подай. Подай, подай, подай. 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 Нет, не подашь. Ка давай еще-то разок. Ка подай. Дай, 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 дай. Ой, ты молодец. Молодец, ты красавец. Подай. Подай. Нет, так не пойдет, шорох. Ну ты чё? Ну-ка подай, иди. Иди заново сходи. Подай. Подай. Молодец. Молодец, и да, похвалю тебя. Вот такая умная собака. Шорох, шорох, шорох. Ты куда побежал-то? Ты куда убежал-то? Ну, пошли. Ого, кого нашел? Кого нашел? Я скажу, зачем она мне? Ага, варежка-то моя, перчатка-то лучше, да? Ну-ка, дай. Отдай. Шорох. Ну-ка дай. Засранец маленький. Отдай. Ну-ка, пошли. Э, пошли. Шорох. Всем здравствуйте. Выехали мы с вороном в лес. Попытать опять свой шимонок. Тот, которым я пробовал манить. Ездил я тут недавно с игрушкой. У дочери брал поросенок, который пищит. Слишком уж мне тихо показалось он. Мне кажется, его метров на 100
косуля услышит. Ворона привязала метров на 100 сзади. Вернее, отошел от ворона метров на 100. Потихоньку. Минут 10 подождал. Ягодок покушал. Недалеко коза была. Место, где мы подъезжали. Кто-то летает. Убежала несколько раз, меня облаяла. Вот здесь вот живет козел. Его я не стрелял. Вернее, я вообще козлов не стрелял. Вообще никого не стрелял. Ну, в общем, никто его не стрелял. Видите, я его уже 2 или 3 раза здесь видел. Раз с этой поляны, раз он оттуда. Сейчас я козла нигде не поднимал, значит, он где-то лежит. До активности, когда они начинают пастись, еще час. Значит, он лежит, дремлет. Уши уже у него там во все стороны работают. Сейчас я попищу, попробую, посижу. 10 минут. Ягод, правда, тут уже рядом нет. Но я еще в носу не ковырял. Так что сижу, жду. Думал, показалось. А вон там сейчас козлик прогавкал. Сначала ветки похрустели, травы по пояс мне. Не видать, ну тишина, блин, стоит вообще. Мне до дороги километров 8, наверное. Я практически каждую машину слышу, как проезжает. Но это явно не коза бежала. Это козел. 2 серии у меня было. По 3 писка. Промежуток минут 10-15 между ними был. Сейчас еще выжду. Минут 5. И еще свистну. Кто-то среагировал, в общем. В общем, прошло 40 минут. И тишина. Поедем с вороном дальше. Вот так вот, вот так. Вот такое туманище опускается. Вообще уже становится ничего не видно. Стой! Вот так вот тут перепады температур вообще сейчас большие. Едем с вороном в туман. Косулю не знаю, сейчас удастся увидеть или нет. Ветра как такового нет. Слышимость хорошая. Хоть и туман вроде должен все приглушать. Но видимость плохая. Я думаю, если я уже увижу, то и нас козел уже услышит. Так что если что будет, то включусь. Если ничего не будет, то не включусь. Как-то вот так вот. Ждем гона, время гона, когда козлик начнет активно бегать. Вот так. Всем пока! Идем с шорохом домой. Камеру оставил дома. На телефон, да, в шорох снимаемся. Вот засранец, ягоду спер. Устал сегодня. 3 дня ходим в лес. Живет он у меня уже неделю. Не знаю, подрос, не подрос. Но сегодня он у меня устал. Помогал мне ягоды сейчас собирать. Уже скулит, домой просится. Ну-ка.
Смотри, что есть. Смотри, что есть. Вот так вот. В общем, идем домой. Идем домой. Ну-ка. Ну что ты как этот? То не уйти уже скулишь. То как юла носишься. Опа. Ох. Все? Ягодок вот насобирал. 2-литровая вроде ведерко. Как голос? Будешь тявкать? Нет, не будет. Колючек всяких нацепляли. Ай-яй-яй, еще комары кусаются. Комары кусаются. Вот, до деревни маленько осталось. И за вороном надо идти. Растет, в общем, животное у меня. Новенькое, новенькое животное. Новенькое. Очень хороший, мне нравится. Что дальше выйдет из него, не знаю. Но что-то из него должно получиться. Да? Только кажется мне, что устает он каждый день. Бегать часа по полтора. По часу с ним хожу. Сегодня 2,5 часа мы ягоды прособирали. Начинает всяких мух ловить. Бабочек бегать ловить. Ну, как-то вот так вот. Как-то вот так вот.